Привет, друзья! Стартовали крупнейшие в истории совместные военные учения США и Израиля. Учения Juniper Oak станут одними из самых значимых маневров между двумя союзными государствами, на которых будут задействованы тысячи подразделений, десятки кораблей и 142 самолета. Военные маневры «Можжевеловый дуб» продлятся до пятницы. Их цель заключается в глубоком сотрудничестве между американскими и израильскими военными на фоне растущей напряженности вокруг иранской ядерной программы. В ходе учений ракетные катера и подводные лодки ВМФ «Сахала» проведут совместные маневры с американским авианосцем. Кроме того, в море на большом удалении от берега будет отрабатываться дозаправка ракетных катеров типа «Саар-5» американским танкером. Союзники отрабатывают командно-штабное взаимодействие, применение авиации в боевых действиях на море, дозаправку самолетов в воздухе, электронные атаки, подавление вражеской ПВО, перехват летательных аппаратов и многое другое. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.